В такую погоду скребок, сметка и лопата – главное оружие автомобилиста. Чтобы как можно реже ими пользоваться, на дороге округа выходит тяжелая артиллерия – снегоуборочная техника, которая работает сейчас круглосуточно. Для коммунальных служб не существует выходных и праздников. В любое время суток они на дежурстве. Ночью проводится уборка, а с самого раннего утра к уборке добавляется вывоз снега. Наша задача – обеспечить бесперебойное, безопасное движение автотранспорта, поскольку снег идет круглосуточно, ну и транспорт у нас ходит круглосуточно, и у нас выбор не остается, поэтому в зимний период все дорожные организации, они осуществляют свою работу круглосуточно. Когда выпадает много снега, коммунальщики работают в усиленном режиме. Этот зимний сезон выдался особенно сложным. Дороги Одинцовского округа от снега очищают более 100 единиц техники. Одна из организаций, которая обеспечивает уборку дорог – Одинцовское дорожно-ремонтно-строительное управление. Они работают в Одинцове и Успенском. Мощности предприятия задействованы практически полностью. Работа ведется в режиме 24/7. Честно скажу, такой зимы особо не замечал. То есть всякое бывало. Бывало разово, когда снег выпадал, бывало много, но здесь каждый день. Попрошу, если можно, не оставляйте, пожалуйста, машины на проезжей части, потому что убирать становится очень тяжело, начинается недовольство. Ну, виноватых тут искать, наверное, бесполезно. Просто надо набраться терпения и как бы решать задачи сообща. Суббота, 7 утра. На Молодежной улице уже вовсю кипит работа. Дорожные рабочие расчищают автобусные остановки и подходы к ним. Один, вооружившись лопатой, сбрасывает снег на проезжую часть. Второй на маленьком, зато маневренном бобкете сгребает его, а затем довольно оперативно наполняет им самосвал. Кстати, чтобы убрать весь снег, только у одного остановочного павильона потребовалось 3 10-кубовых машины. А это улица Чикина. Здесь отрабатывают обращения граждан на портале «Добродел». Трудится тоже бобкет, правда, чуть побольше, чем остальные. Машинка рассчитана на одного человека, но в ней удобно и тепло, есть печка. Водитель погрузчика Геннадий Кругов с любовью и уважением отзывается о своей технике. Говорит, потенциал у нее большой, с поставленными задачами справляется быстро. Когда снега много, как сейчас, машину в 10 кубов набирают минут за 15. Это хорошая техника, маленькая, верткая. Самая удобная техника для уборки снега. Это где-то подъехать, где-то пешеходный, где-то тротуар почистить, все остальное. На улице Говорова высадился десант дорожных рабочих. Вручную они убирают тротуары возле дорог. В первую очередь порядок наводят там, где есть объекты социальной инфраструктуры. Школы, детские сады, медучреждения. Василий Комаров признается, что многие люди благодарят за работу. И к зимним трудностям он относится философски. Сложности, везде сложности. Просто нужно не бояться труда, не бояться работы. А вы не боитесь? Я не боюсь. А это одна из основных магистралей города – Можайское шоссе. На нем работают сразу несколько бригад на разных участках. Одни идут в сторону Москвы, другие – в область. Виктор Игнатов работает на комбинированной дорожной машине – КДМ-ке. В 12-часовую смену проезжает не меньше 100 километров. Его машина оборудована передним отвалом для сдвига снега, а сзади – щеткой для подметания. Такие машины передвигаются по магистралям колоннами. Сначала мы подметаем, убираем территорию всю по проезжей части. А потом вот производится обработка, естественно, сразу же после подметания дорог. Все функции делаем. Мастер по содержанию дорог Владимир Онищук выступает в роли координатора-исполнителя. Контролирует выполнение работ, ставит задачи работать с людьми. В ДРСУ он уже 8-й год. Сейчас в его подчинении 16 дорожных рабочих и приблизительно столько же водителей. Делимся на участки. Одни убирают один участок, другие механизмы на другом участке. То есть все распределены. Одни едут по остановкам, очищают. Также есть погрузчики, самосвалы. Одни идут по основным магистралям. Ну, они с такими видами машин, как роторы, снегоуборочные машины. Это механические ручки. А такие, как погрузчики, они уже по второстепенным дорогам подчищают остановки, заездные карманы, тротуары и все остальное.
Максим Рыбаков в Одинцовское ДРСУ попал случайно. После армии проходил мимо, зашел и остался на 20 лет. Летом он работает на асфальтоукладчике, зимой на отечественном снегопогрузчике «Золотые руки». Говорит, с техникой проблем нет, свою функцию она выполняет хорошо. Рабочий день в летний период начинается с 7 утра. В зимний приходится выходить пораньше. Ну, смены круглосуточные у нас работают. А по уборке снега в основном мы работаем с 6 утра. С 6, с 5 утра. Потому что рано тоже люди будут буянить, все, шум будет стоять. Все-таки звуковые сигналы подаешь там и прочее. И вот с 5-6 утра мы убираем снег. И до... Ну, в основном до 4, но если такие вот загруженные дни, то задерживаемся. Сегодня Максим убирает снег на одном из участков Можайского шоссе. Накануне работал на улицах маршалов Жукова и Бирюзова, Садовой, Северной и бульваре Любы Новоселовой. Таких улиц, которые не проедешь в нашем, которые они находятся в нашем подчинении, у нас таких улиц нет. Мы стараемся все улицы убирать. За работой коммунальной техники с помощью специальной программы на основе системы ГЛОНАСС следит руководство ДРСУ и администрация округа. Здесь можно увидеть, какие машины и где находятся. При вывозе снега особенно актуальным становится местонахождение самосвалов. Их ждут с нетерпением. После погрузки они отправляются на снегобазу. В муниципалитете их 4. Только с дорог Одинцовского округа ежедневно вывозится около 2000 кубометров снега, а с начала зимы более 50 тысяч кубов. Всего же на снегобазы округа вывезено 110 тысяч кубометров снега. Для сравнения, за всю прошлую зиму эта цифра составила 90 тысяч кубов. И работа коммунальных служб продолжается. В целом, в общем-то, проезжаемость дорог обеспечена. Хотя, конечно, есть еще над чем работать. Но, тем не менее, мы справляемся и делаем все возможное для того, чтобы людям, нашим жителям и участникам дорожного движения было комфортно и безопасно перемещаться по нашим дорогам.